Здорово, друзья, с вами Дима. Сегодня вас ждет просто лучший крафт. Такого на ютубе еще никто не делал. Разборный, стреляющий деревянный дробовик Chaser 13 с вылетающими гильзами из игры Stalker. Поехали! Скачиваем шаблон по ссылке в описании, сверлим отверстия и выпиливаем все составляющие толщиной 3 и более миллиметров. Сразу предупрежу вас, ребят, в этом проекте было очень много подгонки и исправлений, о которых я подробно расскажу в одном из следующих выпусков. Здесь бы это все не уместилось, так что пока не приступайте к крафту чейзера, дождитесь другого ролика. А чтобы не пропустить его, подпишитесь на канал, кто не подписан, а также, пожалуйста, поставьте данному выпуску лайк и поделитесь им с друзьями, пусть все увидят этот мегапроект. После выпиливания основных частей и вырезания детализации следует склеить некоторые элементы. Кстати, а вы знаете, какое настоящее название у дробовика Chaser 13? Нет, не Винчестер 1300. Реальным прототипом игровой модели выступил Mossberg Maverick 88, а он, в свою очередь, является более дешевой версией Mossberg 500. Откуда тогда название Винчестер 1300? Все дело в том, что в файлах игры Mossberg действительно назван Винчестером. Точнее, VPN нижнее подчеркивание Винчестер 1300. Из-за этого во многих старых модификациях на Stalker ружье называется Винчестером. Интересно, зачем разработчики так сделали? Пишите свои догадки в комментариях. Вот в этих срединных четырех слоях Винчестера нужно выточить полукруглые выемки под 16-миллиметровую трубку ударника. О ней мы поговорим позже, да и в шаблоне все части подписаны, так что не запутаетесь. Затем приклеиваем эти четыре слоя к остальным. Ребят, если что, слои идут не от середины, как обычно, а слева направо, то есть на первую часть остальное приклеивается стопочкой, так легче реализовать разборку макета. Приклеиваем перегородку, а затем вставляем оси вращения для механизмов. Я взял металлические стержни от электрода, убрал состав, очистил и нарезал. А вот это предпоследние слои. Склеиваем их между собой, но к ствольной коробке пока не присоединяем. Теперь нужно собрать лоток для имитации патронов. Долго его переделывал, доделывал. Перед покраской вы посмотрите его конечный вид. А вот и 16-миллиметровая трубка ударника, обычный пластиковый кабель-канал. Здесь вырезаем отверстие для фиксатора ударника во взведенном положении. Сразу ставим данную составляющую. А к фиксатору, собранному из миллиметрового картона и уже пропитанному суперклеем, присоединяем пружину. Все параметры, использованных при крафте чейзера пружин, ждут вас в трафарете. При помощи алмазной насадки вытачиваем вырезы под поперечный штифт ударника. После скручиваем из полос бумаги заглушку с внутренним диаметром 5 мм и вставляем в трубку. За эти штифты будут цепляться резинки, натягивающие ударник, и дабы они не слетали, можно на концы приклеить окружности диаметром 8 мм. У меня диаметр больше, но я потом стачивал, чтобы не мешали. Сам ударник представляет из себя ось длиной примерно 10 сантиметров, а на заднем конце идет бабушка из бумаги с поперечным сквозным отверстием для штифта. Диаметр бабушки должен быть чуть-чуть меньше внутреннего диаметра трубки, а ширина 14 мм. У нас есть две предпоследние склеенные между собой части. Видите данную область? Части нужно поставить на ствольную коробку так, чтобы область посередине не приклеилась. Мы ее отрежем и присоединим к двум последним слоям. Получится боковая крышка ствольной коробки. Параллельно я пропитал направляющие механизма суперклеем, укрепил их пищевой содой и подредактировал кольцо для ствола с магазином. Часть перепадов корпуса дробовика из Stalker пришлось заделывать СА-содой, а то уже много материала сточено. В кольце ствола просверливаем 6 отверстий диаметром 1 мм. Такие же желательно сделать в крышке и корпусе. Чем меньше винты, тем лучше смотрится. К тому же пространство очень ограничено. Вот в качестве штифта я взял гвоздь, обточил его маленько, чтобы он нормально в отверстие попадал. И сейчас нужно просверлить поперечное отверстие. Ребят, напишите в комментариях, играли ли вы в Stalker с дробовиком Chaser 13. Я в тени Чернобыля часто покупал его у профессора Сахарова для похода в X-16. В Зове Припяти любил гонять с хищником, улучшенной версией Винчестера 1300 от зверобоя за убийство химеры.
Вот как выглядит полностью собранная конструкция с ударником, выполненным из гвоздя. В будущем еще запилю отдельное видео про ударники из разных материалов с испытанием стрельбы. Будет очень интересно. Итак, наш крафт продолжается изготовлением пластикового ствола, а также магазина. Для первого взял трубку диаметром 20 мм, для второго 25. Рекомендую вслед за мной зачистить трубки наждачной бумагой от слишком гладкой поверхности. Она мешает надежной фиксации бумажных утолщений. Диаметр ствола так вообще нужно увеличить с 20 до 22-23 мм с помощью листов. Ширины, конечно же, не хватит, так что придется потом закрывать шов между полосами той же содой. Бумагу желательно потом пропитать. Переходим к магазину. При помощи обрезков трубки и полосок делаем две заглушки. Это необходимо для механизма подачи гильз. К обоим заглушкам присоединяется пружина, затем вся конструкция устанавливается в трубку магазина. Та заглушка, что спереди, намертво фиксируется. Вторая должна свободно ходить, зажимая пружину. Принцип, как в настоящем дробовике. Вставляемые внутрь патроны напрягают пружину, и та их выталкивает обратно. Сейчас покажу, как это работает в моем случае. Вот я вставляю в трубку гильзу. Ее держит деталь, находящаяся под лотком. Пусть будет ограничителем магазина. Затем я отвожу направляющую. Та при помощи внутреннего выреза под углом опускает лоток за поперечный штифт, который в свою очередь опускает ограничитель. В итоге из магазина извлекается одна гильза. Мне еще предстояло это все допиливать, добавлять и менять пружины. Надеюсь, друзья, лайк вы уже поставили. У заднего конца ствола, давайте назовем его патронником, я вырезал лишнюю часть, чтобы не мешало фиксации гильзы. Серьезным вопросом стала проблема фиксации ствола и магазина. Приклеить я их не мог, так как даже эти составляющие должны отсоединяться. Поломав голову, решил, что ствол будет фиксироваться винтом в ствольной коробке. Для большей надежности крепеж будет вкручиваться не просто в трубку, а в гайку. Стенки трубчатого магазина очень тонкие, болт уже не спасет, а вот хомут другое дело. Нужно вырезать из листового металла полосу, длина которой равна длине окружности диаметра 25 мм, плюс небольшой запас. Все же знают формулу по нахождению длины окружности. Вот она реальная математика. После этого посередине проделываем отверстие для фиксирующего хомут в корпусе болта и по краям поджимающий винт. Далее по трубке придаем полосе форму окружности, а в тисках отгибаем концы. Хомут готов. Гнездо под деталь представляет из себя небольшую полукруглую выемку с отверстием. При помощи эпоксидного клея фиксируем крепежные элементы на своих местах. На всякий случай в местах посадки я тщательно исцарапал металл наждачкой и надфилем. По идее адгезия улучшится и ничего не оторвется. Следующая достаточно трудная составляющая макета Винчестер 1300 из игры Сталкер – это цевьё, оно же помпа. Все своими руками, как видите, в сегодняшнем проекте делалось. На магазин накручиваем энное количество листов бумаги, пока не получится болванка нужной ширины, а ее можно сверить с трафаретом. Ребят, спорим, вы не знаете, чем отличается Чейзер 13 из игры Сталкер Тень Чернобыля от моделей в Сталкер Чистое Небо из Зов Припяти? Я попозже покажу, а пока можете попробовать отгадать. Сначала угловой шлифовальной машинкой выровнял торцы, потом гравером выточил выемку сверху для ствола. При обработке вот этой выемки не раз придется пропитывать вот эту всю полость, чтобы банально продолжать дальше работать, иначе, ну, бумага махрится и нормально не обрабатывается. Кроме того, чтобы зажать в тисках вот эту бумажную деталь, нужна какая-нибудь трубка, и лучше всего такая толстостенная полипропиленовая. Поскольку сейчас все пропитано, я перехожу на напильник, чтобы не забивать свои любимые насадки. Как только выточили углубление, приступаем к приданию форм. Переднюю часть следует закруглить в соответствии с помпой реального Mossberg Maverick. А сейчас сделаем гнезда для направляющих. Достаточно небольших прямоугольных вырезов, в чем нам поможет алмазная насадка. При желании содовой сваркой можно нарастить эти места. По-настоящему здесь вообще идут большие утолщения, но они в принципе ни к чему. Эпоксидка высохла, и примерив детали убеждаемся, что все установлено ровно, значит продолжаем рукоделие. Немного подточил верхнюю часть будущего окна выброса гильз, и посмотрите, как у меня выглядит патронник. Может отличаться от шаблона, поскольку подгонял в процессе изготовления. Вообще, дорогие зрители, хочу вам сказать, что шаблон, особенно в таких крутых поделках, очень сложная часть работы. С первого раза в программе нужно рассчитать все так, чтобы механизмы работали. И, конечно же, это невозможно.
Погрешности всегда будут. Склеиваем между собой ствол и магазин, перед этим установив помпу и накрутив утолщение. Между стволом и магазином должны быть перегородки спереди и сзади, иначе ничего не получится. Давайте посмотрим на предварительную сборку всей внутрянки в ствольной коробке. Полную я покажу перед покраской, а сейчас глянем то, что выходит для понимания картины. К лотку и ограничителю магазина с нижней стороны приклеены пружины. Только так получилось синхронизировать между собой все элементы, чтобы при отведении цевья все опускалось, а при возвращении на место поднималось. В магазине Рубльбум я купил вот такие заколки-невидимки. Такая заколка хорошо подойдет в качестве выбрасывателя гильз для нашего Мосберга. Нужно только немного укоротить один из концов, и конечная деталь должна выглядеть примерно так. Приклеиваем ее на место. Перед приданием форм очень важно как следует проверить все механизмы, поэтому займемся гильзами. Сначала я отрезал ненужное, общая длина получилась примерно 5 см. 5 красных гильз – это патроны с дробью, 2 черных – жекан, а 2 синих – дротик. Прям как в сталкере. Из всех гильз нужно выбить капсули. Очень удачно, что диаметр отверстий для капсулей гильз немного больше диаметра ударника, который будет проходить через эти отверстия и бить по снаряду. Ну все, давайте испытаем механизмы. Максимальное количество вставляемых гильз – 5. Настоящий Мосберг Маурик М88 тоже вмещает 5 патронов. Конкретно эта версия. Ура, друзья, все работает! Теперь придаем форму чейзеру. Скругляем рукоять, выполняем спуски на ствольной коробке. В одном архиве с выкройками также имеется множество фотографий реального образца, чтобы обработка поделки проходила легче. После придания форм выравниваем поверхности наждачной бумагой зернистостью P80, P150. Далее наносим шпаклевку и доводим все до гладкого состояния абразивкой зернистостью P600. Не забываем про плоскости. Хоть мы их и не трогали, но для лучшего результата стоит заняться и ими. Сейчас вы видите результат правильной обработки макета Chaser 13 из Stalker. Пока я занимаюсь детализацией в виде выжигания линий, установки мелких элементов, утолщений, расскажу, как и обещал, чем отличается Винчестер 1300 из Тени Чернобыля от дробовиков из других оригинальных частей Stalker. Во-первых, цвет ствольных коробок отличается. Если в ТЧ это серый оттенок с примесью небольшой зелени, то в ЧНЗП просто черный цвет. Плюс оттенки ствола, рукоятки и магазина в ЧНЗП немного потемнее. Кроме того, модели отличаются цевьями, а точнее антискользящими насечками. У ТЧ-шного Мосберга они расположены на большем расстоянии друг от друга. Что если выточить тут посадочную выемку под мушку? Тогда она не будет отламываться. Надо будет обязательно сейчас проверить. После того, как я приклеил мушку в выемку и укрепил содой, не получилось ее сломать. Последний элемент детализации – целик. Давайте доделаем наши игрушечные патрончики. Чтобы поместить пластиковые пульки, необходимо скрутить из бумаги трубки с внутренним диаметром 6 мм, как раз под шарики. Чтобы заглушки были не слишком тяжелыми, можно накручивать бумагу с краев, а не по всей площади. То же самое с гильзами для жекана и дротика. Только там диаметр уже не 6 мм, а где-то 10. Сами снаряды, а именно жеканы и дротики, тоже собираем из бумаги. Отверстия заделываем заглушками. После этого придаем формы. Смотрите, что придумал. Насадил заготовку на ось и заточил с помощью слесарного станка. На самом деле жекан и дротик лишь игровые названия. В реальности это все разновидности пуль для гладкоствольного оружия 12 калибра. Хотя дротики в жизни тоже существуют, но выглядят совсем по-другому. Готовые снаряды и пульки просто вставляются в гильзы. Изначально я хотел вставлять по 3 шарика в дробовые патроны, но летят 3 шарика не очень, поэтому ограничился впоследствии одним. Однако об этом подробнее опять-таки в другом видео. А сейчас внимательно посмотрим на все составляющие макета Mosberg Maverick. Некоторые сильно отличаются от изначально представленных в шаблоне, но я не решился особо исправлять трафарет, так как может вылезти еще больше проблем. Погнали собирать дробовик, а потом проверим, как стреляет. Для начала вкручиваем в кольцо ствола 2 винта посередине. Прикладываем к ствольной коробке
спереди и фиксируем. После вкручиваем еще два винта справа. Теперь ставим ствол с магазином. Сверху вкручиваем винт, а снизу сжимаем хомут, заворачивая метис по резьбе гайки. Далее устанавливаем левую направляющую и фиксируем в цевье. Для того, чтобы собрать ударниковый элемент, вставляем ударник в бабышку, устанавливаем в трубку и скрепляем конструкцию поперечным штифтом. Натягиваем резинки на все это дело. Сейчас эту основную составляющую вставляем в ствольную коробку и закручиваем фиксирующий винт. Фиксатор ударника и спусковой крючок следующие на очереди. Спуск с фиксатором соединяется между собой пином. Благодаря этому крючок и спускает фиксатор. Потом ограничитель и лоток. Внимательно посмотрите на установку. Пружина лотка вставляется в выемку на ограничителе, специально, чтобы при работе не выскочила. Последняя деталь внутрянки – правая направляющая. Теперь все закрывается крышкой. У крышки есть полуотверстие, которое вставляется в оси вращения деталей, что обеспечивает первичную фиксацию. Вторичная достигается винтами. Вот так осуществляется сборка, друзья. Разборка уже в обратном порядке. Неразборный макет, стреляющий шариками, не имеет смысла, потому что если что-то сломается, либо ломать слои, либо оставаться по сути с пустышкой. Ой, уже не терпится покрасить чейзер и как следует настреляться. Первым делом покрываем ствольную коробку моющейся краской Olymp Paints Gamma. Это дешевый, но очень эффективный грунт. Ствол и мелочевку не надо, ее сразу красим полуматовым черным аэрозолем, как и внутренние стороны корпуса. Далее краской с оттенком алюминия покрываем магазин, а также элементы механизмов, но только уже местами, оставляя вкрапление черного. При помощи серого аэрозоля покрываем рукоять, а после и помпу. Когда все высохло, можно приступать к везерингу. Понадобится акриловый металлик, а еще ватная палочка. Тут выдумывать ничего не нужно, игра уже дала нам хороший ориентир для работы. Наша задача – постараться ему следовать. Лучше начинать с имитации заклепок, винтов. Они обычно всегда полностью стертые, а значит должны полностью краситься металликом. Ну или шкуриться, если это реальный металл. Затем почти сухой палочкой, ну или кистью, точечными движениями создаем коцки и царапины. Как вам, друзья? Напишите в комментариях, похоже? Абсолютно так же, как в первый раз, собираем наш чейзер, и я поздравляю нас с завершением крафта. На мой взгляд, это моя самая трудная и самая лучшая поделка за все время. Пока что. Что меня сподвигло прыгнуть выше своей головы? Летом 2019 года я сделал данный дробовик из бумаги легким способом и пообещал деревянную версию, если наберется много лайков. Собралось не просто много, а дофига лайков и просмотров. Поэтому таким образом я решил отблагодарить всех тех, кто помог в продвижении бумажного винчестера. Надеюсь, вы также поддержите и сегодняшний выпуск. А пока, погнали шмалять! Дорогие друзья, я очень надеюсь на вашу поддержку этого ролика в виде лайка, подписки на канал, а также репоста, потому что в этом дробовике кроется 2,5 месяца изнурительной работы. А также приглашаю вас посмотреть другие интересные ролики.